мемориал, посвященный погибшим в Великой Отечественной войне, особенно остро понимаешь, насколько глубока рана, нанесенная войной на теле всего нашего народа. Украинцев, россиян, белорусов, всех тех, кто вместе сражался, защищая в то время единое Отечество, и кто вместе сражался с самым страшным и опасным врагом, который имел силу и возможность изменить мир по своему образцу. Мы, конечно, вспоминаем сегодня героев, имена которых хорошо знает народ. Но Церковь вспоминает не только тех, кто известен. Она вспоминает и всех тех, о ком память не сохранилась. Даже тех, останки которых не найдены. Тех, кто от случайной пули, от бомбежки, от прицельного огня, от голода, ран, страданий погиб в годы Великой Отечественной войны. Мы молимся, чтобы Господь принял этих людей в свои обители, потому что они подлинные защитники всех нас. И верим, что именно так оно и есть. Потому что самая высочайшая заповедь, заповедь, требующая отдачи всех сил, заповедь Божья о том, что тот блажен, кто душу свою отдает за ближних своих. На этом и основывается почитание подвига тех, кто умер, защищая Отечество свое. Пусть же память их будет в рот и рот. Пусть никто и никогда не осмелится посягать на эту память зловредными вымыслами, убогими, карикатурными, оскорбительными нападками. Церковь будет всегда хранить эту память и воспитывать в этой памяти все новые и новые поколения людей. А ветеранам хотел бы сказать сердечное спасибо. Вы помните то время ни по книгам, ни по рассказам. Вы его пережили, вы остались жить. Вам Господь дает долгоденствие, несмотря на то, что жизненный путь ваш был тяжелым. И самая главная ваша миссия, ваша главная задача – это свидетельствовать о подвиге народа, о подвиге бессмертном. И в уважении к этому подвигу воспитывать новое поколение людей. Пусть Господь хранит вас на многие благие годы. Пусть Господь охраняет Русь святую, Украину, Россию, Беларусь, Молдову, другие страны. Весь мир пусть Господь хранит от страшных войн, междоусобных браней, от человеческих страданий. Многое вам всем и благое лето. Христос воскресе!